Каждая закрытая дверь что-то скрывает. Но далеко не каждую стоит открывать. А что, если другого выбора нет? Именно в этой ситуации окажутся 5 отважных героев. Телеведущий Владимир Маркони, музыкант Эльдар Джарахов, шеф-повар Александр Белькович, спортивный блогер Алексей Столяров, актер Магомед Муртаза Алиев. Вот они, супергерои. Они пришли на это шоу, чтобы сбежать с него. Они не знают, где окажутся. Куда мы едем? И что их ждет? Чуваки, что-то стрёмное. Пацаны! Меня уносят! Меня забирают! Их цель – найти выход. Как отсюда выйти? Откройте немедленно! Самый масштабный квест в истории телевидения. Вы чё, СТС? Мы подготовили уникальные локации. Чуваки, это перебор. Наполнили их сложнейшими головоломками. Вообще непонятно, что можно сделать. И заперли там наших героев. Пожалуйста, напишите моим родным. Возможно, мы... Все. В этой игре нет никаких правил. Не, это жесть. А чего вы хотите, чтобы мы делали? Участники не получат ни одной подсказки. Помогите нам! Ну, пожалуйста! Они не получат никакой награды. Ничего нет! Но самое главное, у них нет лимита времени. У нас нет шансов. Мы сдохнем здесь. 6 запутанных историй. Мы в другом пространстве на временном континууме. 5 запертых звезд. Я не удивлен, что я тупой, блин. Но то, что вы тупые оказались. И только один выход. Наши герои собрались и едут на свою первую миссию. А куда мы едем? Слушай, мы едем в центр. Нет, мы наоборот в область едем. Нет, мы в центр едем. Сейчас вот мы выезжаем. Нет, мы прям в центр едем. Все секретно максимально. Нам ничего абсолютно не говорят. Скажите хоть правду, мы в Москве будем? Ну реально, хотя бы знать, хотя бы что-то жене сказать. Почему вам так интересна сама геолокация? Разве это важно? Это не важно. Просто я как кошка запоминаю, как домой вернуться потом. О проекте я вам хочу сказать, ощущения какие? Да никаких, потому что я не понимаю вообще, о чем проект. Я знаю, что нас 5, надо играть в команде, надо проходить какие-то испытания, надо разгадать какую-то загадку, чтобы откуда-то вырваться или сбежать, или как бы выйти. А что о проекте знаешь? У нас неограниченное количество часов, поэтому я отпросился на 6 дней из дома. Я могу сказать, что мы доезжаем, знаете почему? Чем мы ближе, тем у меня сильнее коленки дрожат. Настало время надеть маски. Да ладно. Тебе закрывают глаза. Зачем? А зачем тут еще очки? Ну что может быть там? Что такого? Чтобы вы не подглядывали, не переживайте. Когда тебе говорят не переживать, что надо делать? Переживать, конечно же. What the hell? Почему нет асфальта под нами сейчас? Меня это напрягает. Итак, ребята, внимание. Мы приехали, мы на месте. Жители соседних домов даже не догадываются, что происходит в этой старой больнице. А нашим героям предстоит самостоятельно в этом разобраться. Их ждет множество комнат с беспорядком, следами крови и жуткой атмосферой. Им нужно использовать ум, смекалку и логику, чтобы понять, что здесь произошло. И найти выход. Оп, ребята, осторожно! Аккуратно! Мы сразу куда-то заходим! Пацаны, я вам так скажу,
Сзади еще один. Так. Чуваки, очень холодно. Ой. Холодно. Ребята, и стрёмно. Здесь ступени. Осторожно. Ступеньки. Невозможно было представить, где ты находишься. Так. Парни, здесь нужно пригибаться. Эльдар, это не тебе. Все сейчас согнуты идете? Да. Вы понимаете, что в этом и прикол? Возможно, вообще наверху ничего нет. А ничего нет? Да. Блин, да, смотри, я вообще. Я вышел. Смотри, смотри. Первая серия. Ты вообще не понимаешь, что тебя ждет. Куда-то ты идешь. Чуваки, что-то стрёмное. Я вам отвечаю. Все начинается. Осторожно. Все, остановились. Все, ребята, игра началась. Что такое? Кто? Меня кто-то Опа, куда-то... меня перетягивают. Меня тоже перетягивают. Эй! Ой! Вот так, это не надо. Вот это мне не нравится. Это что такое? Это кто? Если будет, если нас разъединят, это будет очень плохо. Ребят, вы где? Мы здесь. Эльдар, ты как? Я нормально, страшно, жестко. Ой. Чуваки! Чуваки! Пацаны! Пацаны! Блин, жестко, мы с тобой вдвоем. Чувак! Чувак, это все, это конец. Парни, хорошие новости. Че? Мы уперли стену в каком-то тупике. Ребят! Ребята! Ребята! Все, теперь играем. Держимся. Держимся, братан. И мне по-настоящему страшно. Надо просто прятаться за спину Столярова. Ух, ладно, справимся. Но то, что нас разъединили, это... Да, да, это дико. Мальчики. Да. Слушаем. Теперь можете снять маски. Ты снял? Чувак, мы в темноте. Чувак. Что делаем? Так, держимся за руки. Вот это разрыв шаблонов вообще. То есть ты мечтаешь снять маску, а потом снимаешь и хочешь ее опять надеть? Мы в темном помещении. И мы заперты. Офигеть. Ну нам в задницу, бро. Твою ж мать. Просто жесть! Просто жесть! Первое помещение, в котором оказались наши участники, больничная палата со следами борьбы. Кто здесь до них все это устроил? И не станут ли они следующими жертвами? Смотрите, мы, во-первых, с вами должны сказать действовать. Маге спасибо за то, что он пригласил к себе домой. Маг, спасибо тебе большое. Не до шуток, но это смешно, блин. Давайте сначала с задачей разберемся. Наша задача отсюда выйти. Это было основное условие этого, да, проекта? Давай теорию придумаем вначале. Что здесь произошло? Это какой-то зомби-апокалипсис? Здесь что-то произошло? Первая мысль, что что-то неприятное. Как будто бы здесь люди не были счастливы. Давай заглянем в шкаф. Самое легкое, что можно здесь открыть, это шкаф. Надо с него начать. Не-не-не. Давай вместе открывать. Давай, ты хочешь открывать? Не-не, ты давай, ты их открывал, ты открывай, давай. Ничего нет? Второй открывай. Смотри, черви, блин! Это черви! Просто пипец. Не, ну теперь все стало как-то органично. Кровь, больничная палата, черви. О, взбодрили сразу, а? Ну надо открывать, смотреть, вдруг там что-то как бы. А вдруг там, блин, решение вопроса? Жульен, ты сможешь. Опа. Аккуратней, по-братски. Давай. Ах,
слава богу, там никого нету! Пусто! Черт, пусто! Вон, червяк один. Смотри, он странно ходит. Ты посмотри, как они ползают все. А вот этот, он как-то ходит по-другому. В этом и кроется разгадка, наверняка. Давай на счет три просто начнем трогать. На счет три. Слушай, понял, из-за темноты у меня галлюцинация. Да у меня то же самое. Если ты думал, мне кажется, что человек лежит. Давай на счет три. А мне показалось, что там гигантский паук. Чувак, давай на счет три просто трогаем. Давай. Подошли. Раз, два, три. Там еще. Тихо. Естественно, мы с Эльдаром прошарены. Мы сразу начали все искать. Ой-ой-ой, блин. Чего? У меня глюки начинаются уже, чувак. Чувак, да ты что, гонишь, что ли? Ты же отважный блогер, как и я. Я увидел вот такого паука, я не вру. Вот такого. Стремно, блин. Стой, нам надо включить свет хотя бы. Да. Может, вот так? Да, конечно. Я надеялся. Тут все-таки шоу придумано на человеческий ум, и поэтому я начал искать выключатель. Давай все. О! О! Ё-моё! Что нахрен здесь было? Эльдар и Лёша тоже заперты в жуткой палате. И из нее нужно как-то выбраться. Главное, не упустить ничего важного. Это что такое, бро? Мы не включаем свет, бро. Так, пацаны, нам нужно вырваться, правильно? Вот смотри, есть вот дверь. Может, дверь откроем? Давай дернем дверь. Я вижу, что там написано «не открывать». Я думаю, ты кому? Ты мне говоришь «не открывать», я тебе еще как открою. «Не открывать» написано, братан, блин, ну зачем ты ее дергаешь, если читай там написано? Читай то, что написано. Смотри, сорви, если осмелишься. Опа! Чувак, нормально ты, нет? Ты не можешь просто открыть. Когда ты в этой ситуации, я вот так открываю всегда раз и куда-то в сторону или что-то, чтобы не прямой контакт, если что. Еще! Давай, сейчас смеешься. О, глазок, надо посмотреть туда. Давай, смотри в глазок! Что там? Смотри. Да ничего там нету, там глазок. Ну как? Не-не, смотри. Да нет, там не глазок. Это камера? Да. А, это нас снимают? Походу. Вы что, блин, там? Они что, прикалываются? Вы что, прикалываетесь? Я думал, глазок – это дверь куда-нибудь. Вы что, вам какая-то передача? В какой-то мы тупике оказались. Специальная какая-то уловка, чтобы нас завести в тупик, и чтобы потом мы не смогли из этого выбраться. Ничего подобного. Слышите, парни, а не может же быть выход где-то вот за этими окнами? Парни, я человек основательный, нам вначале нужно прибраться. Все расставить, вытереть, нужны тряпки. Давай двигать, смотреть матрасы, давай что-нибудь перевернем, слегка посмотрим. Вот там нет, подожди, ничего. Непонятно, куда нам идти, где, блин, разгадка. Так. Смотри, дверь закрыта. А вот это окошко? Здесь есть еще дверь. Вот еще дверь, кстати. Ты видишь, оттуда кровь вытекает. Значит, нам туда нужно, конечно. Я не хочу эту дырку смотреть, блин. Там все равно ничего не видно, да? Там полная темень. Эту дыру в двери видели все изначально. Но делали вид, что ее не видят. Из того, что сейчас здесь есть, только вот эта дырка дает нам возможность пройти куда-то дальше. Эту дырку надо перестать бояться, понимаешь? Просто надо всем засунуть туда руку по очереди. Перестать эту дырку бояться! Я первый! Я, конечно, человек, который пойдет первый сюда в бой. Раз, два, три. Блин, да там как будто что-то на меня смотрит. Да никто там на тебя не смотрит. Посмотри, как будто там есть кто-то, понял? Я подумал, а вдруг там внутри что-то, типа... Ну, какие пауки, может, сейчас какая-нибудь, я не знаю, что-нибудь напрыгнет на меня. Ма! Что это было? А что там было? Ничего не было? Не было ничего. Блин, клянусь, как будто меня по руке что-то тронуло. Как по руке? Ты сам себя тронул. Я храбрый. Ты думаешь, я что, боюсь? А? Вот моя рука, она там. Получай руку! Получай руку, она совсем одна. Решил схитрить и засунул в дверь просто свой рукав. Давай, давай. Да я не понимаю, там что-то да есть. Никто не смотрит там. Кошек боюсь жестко. Спеши, спокойно.
спокойно, давай, ты уже там, ты уже расслабься. Да, давай. Так. Нету? Так, застрял. Там есть ручка, но я боюсь там долго находиться, мне нужно что-то, чтобы приподняться. Там правда немножко. Ручка есть? Да. Так, давай. А чтоб ты выше стал, что ли? Я мужественно выгляжу, да? Мысль, что мы должны спасти ребят, она нас двигала как-то. Тихо, не спешим. Не спеши. Слушай, он дотянулся до ручки, нифига. Молодец. Мага, ты молодец. Давай, ну держи его. Открыли дверь! Да! Мы открыли, там кто-то есть, подожди! Жесть, смотри, что там! Смотри, что там, мага! Пусти! Иди сюда! Подожди, стой. Чё? Парни! Не слышно. Парни! Ну, локация просто разорви лицо. То есть, ну, мега стрёмная куча крови. На стенках кровь какая-то нереальная. Ну, больница, скорее всего. Естественно, мы с Эльдаром прошаренные. Мы сразу начали все искать. Жесть! Чувак! Да чё вы, чё? СТС! Концентрация жести. Вы просто больные. Но это трешак. Дружище. Опа, красава, Эл. Чё там? Ключ. Блин, лучший. Давай, открывай. Я думаю, о, как просто. Ща откроем. Открывай. Выглядит так, что он не подходит. Не подходит. А ключ не подходит. Ну и мы продолжаем искать. Так, дверь, твою мать, дверь. Нам надо как-то выйти туда, нам нужен ключ. Так, тут ничего нет, бро. Бро, тут ничего нет. У нас дверь, нам нужен ключ, как минимум, и у нас его нет. Значит, может, кто-нибудь нас должен открыть? А там мага, Саша и Маркони. У нас нет шансов. Мы сдохнем здесь. Ну, я понимаю, что... Наверное, не мы должны ребят спасти, а они нас. И тут такой момент, что мы просто сели и ждать начали. Давай попробуем с парнями на связь выйти. Ребята! Чуваки! Давай вместе на счет три скажем, чуваки. Раз, два, три. Чуваки! Курьер! Прием! Здесь центр! Здесь планка! Чё вы где? Нет. Жесть! Настолько было сделано это чучело, блин, человек, я по-настоящему, что у меня в какой-то момент даже немножко так меня... Жесть, пацаны, подожди, дай я в себя приду, это просто пипец какой-то. Судя по всему, нужно делать искусственное дыхание. А ты со своим юморком сейчас, не до юмора, блин. Но я быстро свыкся, как бы, я такой раз собрался, смотрю. Смотри, надпись. Здесь кругом зомби. Отсюда не выбраться. Это ад. Ад. Скажу вам так, для того, чтобы давать кому-то надежду, не самые лучшие слова. Все. Кто говорил про зомби? Я говорил про зомби. Правильно, здесь зомби. Смотри, знаешь, что здесь происходило? Какая-то зараза здесь произошла. Так. Все начало уходить из-под контроля. Он спрятался там. Угу. И, понимая, какой ужас его здесь ждет, он решил сам себя застрелить. Он решил, что это его облегчит. Ты прикинь, здесь какой кошмар происходил. Слушай, реально. А ведь правда так и есть. И что нас ждет впереди? То есть это только, елки-палки, самое начало этой жести. Ну, выход, скорее всего, он же один, вот там. На одной из дверей был все-таки замок и замочная скважина, и нужно было как-то это открыть. У кого обычно бывают ключи от запасных дверей? У охранника. У охранника в штанах. Мы поняли, что он охранник, типа, надо его кружить, вертеть, смотреть, где у него ключи. Ты не видишь, что ты карманы не проверяешь? Я просто воспитан по-другому, не могу я в карманах лазить, понял?
Пацаны, ну помогайте. Я не хочу в этом, пацаны, участвовать. Я с резиновыми куклами завязал. Давай шмонать. Давайте, давай вместе все. Сделаем это. Давайте. Подожди, вот у него вот здесь что-то. А. Не, ну это понятно, что может быть, но она чересчур. Ногой тронь, как будто бы он туда ключ спрятал. Блин, слушай, Мага, ты знаешь, реально там что-то есть. В штанах обычно что бывает? Обычно? Что, ноги? Ну что? Карманы. Карманы. Я проверил карманы. Так, мы проверили. Парни. Есть. Парни. Есть. Парни. Есть. Что там? Тут что-то есть. Да ничего там нет. Есть, есть, есть. Там ключи! Там ключи! Я говорю, я карманы проверил. Офигеть, там ключи! Есть! Есть! Охренеть! Охренеть! Пацаны, здесь ключи! Был не один ключ, не два, а вот реально куча ключей. Вот, давайте, вот парни! Это, давайте, обнимемся чуть-чуть! Это была наша первая победа за все время. Первая победа. Я оказалась первая и единственная на долгие часы. Ну что, открываемся вместе, да, пора? Да. Давай, иди сюда, дверь открыл. Давай, раз, два, три. Жесть, пацаны, все, новая комната. Им удалось открыть первую дверь. Но впереди... Таких дверей еще много. Участникам предстоит долгий путь, прежде чем они смогут выбраться на свободу. Тихо. Ребят! Мы здесь! И какое счастье стало, когда я услышал Саню Бельковича. Боже мой, это так было. Мы ему кричали, как в кино. Вы где? Здесь! Откройте, мы здесь! Стой, стой, стой! Саня, он Эльдар, Леха! И мы, как знаешь, прям, ты где? Вы где, пацаны? Жесть! Жесть, парни, вы где? Пацаны! Парни, вы здесь? Да! Здесь! Кто там орёт? Давай! Чё за жесть? Тут начались такие потусторонние звуки. Что происходит? Мы открываем вас, у меня куча ключей! Тут! Парни, вы здесь? Да заткнитесь! Ничего не слышно! Чё вы на таком взводе, жесть? Пацаны, иди сюда! Твою! Открывает Саня, вроде счастливый, а сзади дверь с решеткой, и там просто какое-то непонятное существо со шрамами на лице. Чё происходит? Тихо, тихо, пацаны, всё, жесть. Вы чё гоните? Пойдём назад, слышь, пойдём назад. Пейзаж был не самый приятный. Пейзаж, можно так сказать? Иди сюда. Не-не-не, стоп-стоп. Пойдем сначала к нам. Чуваки. Пойдем, у нас спокойно там. Пойдем. Тут тоже спокойно. Смотри, пойдем. Господи, вы что гоните? Иди сюда, смотри, смотри. Гоните. Смотри, а вот у нас был чувак, смотри. Эльдарка, это наше место. Смотри, у нас был этот чувак, мы нашли ключи, вот эти ключи. У меня тоже есть один ключ. А вы этим ключем что-то могли открыть? Ничего. Давайте поймем, где мы находимся. Здесь произошел какой-то зомби-апокалипсис, какая-то зараза произошла. Так. Охранник спрятался в туалете, так. Чтобы они до него не добрались. Так. Ключи мы нашли у него внутри, так. В кармане. И там написано, что здесь зомби и здесь ад. Просто насколько мясище, просто полный трэш. Смотрите, здесь ловить нечего. Понятно. Надо идти дальше. Давайте, смотрите, ключей много, стопудово там есть двери. Возможно, надо какой-то будет зомби зайти, чтобы куда-то не, пробраться. Не, не. Возможно. Есть предложение. Открываем двери зомби, бросаем Эльдара, смотрим, что будет. Возможно, они дружелюбны. Зомби превратятся в Эльдара. Тихо, смотрим, аккуратненько идем. Блин, ты такая жесткая. Парни, единственная дверь вот эта, без зомби. Смотри, 205-й. Смотри, 205-й.
205-й, пытайся. Пойдем, пойдем, открываем. Давайте. Давайте, ребята. Иди, может, откроешь дверь? Давайте. Может, откроешь дверь? Держи его, держи. Да куда его сжать? Держи его так, чтобы он не открыл дверь. Эльдар, отвлекай песней. Тихо, открой. Что там? Ура! Ой-ой-ой, закрой ее! Извините, мы заняты! Закрой ее отсюда! Смотри, там свет! Я вижу дневной свет. Я понимаю, фу, это немножко дало какое-то, знаете, спокойствие. Вот, Эл, Эл, Эл! Твой ключ! Дружище? Опа, красава, Эл! Не подходит? О, чуваки! Так? Да, да. Папаш! Ну нет. Ну как, это мы, это в нашей комнате, Эльдар Джарахов, ребята. Ключ, который я нашел свое применение. Мы открыли и попали на свежий воздух. Пацаны, все, пойдем нахрен отсюда. Пошли отсюда, тут зомби. Вау, мы очень крутые, мы так быстро сбежали. Чуваки, гол сюда, ребят. Как же я ошибался. Давай руку, братан, руку. Быстрее, беги. Отсюда, быстрее. Да за что? Просто жесть, вы нормальные? Закрывай. Делай что-нибудь. Ключ. Да не нужен. Уходи! Давай, закрывай! Окно! Закрывай! Я офигел. Ну вы понимаете, какое слово я хотел сказать. Но я офигел. Офигел! Как ты как кто открыл? Я! Ты быстро так... Он бы сожрал нас. Вы что, гоните, что ли? Вот здесь, мне кажется, игра началась для нас. Вот именно в этот момент мы поняли, куда мы попали и что с нами будет происходить. Это еще не все. Дальше был пипец. Так, давай, открывай дверь. Ребят, единственное, что радует, что тут нет пока зомби. Так, пойдемте в следующую комнату, да? На созвоне. Двести восемь, давай. Так, кто первый? Видимо, я. Палата номер 208. Какие секреты хранит эта комната? Что они здесь найдут? Фу, почему такая вонь, а? Начали оглядываться. Я увидел какие-то очертания чего-то на кровати. Базара нет! Манекены становились все... страшнее и страшнее. Так, смотри. Вот. О май гарабл. Это просто воткнуто что-то. Да, воткнуто просто в нее. Построгаешь так, нет? Ничего. Ну что, нет там ключей? Нет, там ничего нет. Шкаф открывали? Саня, ключник. В холодильнике смотрели? И мы такие, о, холодильник, давай откроем, там подсказка. Тихо, тихо. Блин, они, это сырое мясо? И до меня доходит этот запах. Фу! Ужасный, тухлый, противный, который прям не просто потухло, а стухло навсегда. Я не могу, ребят. Это был настолько ужасный запах, он ударил меня по носу. Зачем я открыл холодильник? Фу, может, просто вниз пойдем, а? Пойдем вниз, пойдем. Я вот тут в жизнь не вернусь. Мы решили, что да ну нафиг, пускай эта комната просто останется. Если, блин, разгадка в ней, то мы проиграли, окей. Тут есть ключ-кухня. Моя тема вообще. Ключ-кухня, это прикольно. Как раз, смотри, пищеблок здесь. Возможно, мы и есть пища, парни. Еще один этаж. Огромный, с множеством разных кабинетов, входов, выходов. Где, блин, разгадка? В какую дверь надо пойти? Настоятельно вход воспрещен. Это для меня вызов. Смотри, это наверняка пароль, который мы должны отгадать. Вот, блин, я спинным костным мозгом чувствую, что за дверью какой-то трэш.
Давайте все пока пройдем, вот так посмотрим везде. Давай что... туда пойдем сначала. Смотрите. Главврач. Подожди, попробуй это открыть. Мы понимали, что нам надо попасть в кабинет главврача. Ключ очень нужен. 101, нет такого ключа. Но есть кухня. Парни, я нашел кухню. Правда? Там кухня? Кто хочет набить животик, ну? Ну, ну пойдем на кухню, пацаны. Реально, ты ну, нашел кухню? Ну, скорее, вот она здесь. Вот она, кухня. Кухня. Кухня! Кухня. Если там будет из чего приготовить, ты приготовишь что-нибудь вкусное? Да. После того, что с нами было, я понимал, что теперь за каждой дверью нас ожидает что-то очень стрёмное и страшное. Жесть, смотри! Офигеть! Кухня, на которой как будто кто-то что-то искал. А что приготовлено на этой кухне для наших героев? Посуда перевернута, видно, что там какой-то хаос был. Жесть! А чему вы удивляетесь? Это же обычная кухня. В смысле обычно? Тут все раздолбано. Вы что, не готовили дома? Это обычная кухня. Пацаны, пацаны! Я открываю. Давай, давай. Тебе реально страшно. Тебе кажется, что я откроешь, на тебя кто-то оттуда. Че там? Ничего. Давай второй открывай. Давай вот здесь. Раз, два, три. Поехали. И вроде как ничего не предвещало беды. Это наш пациент. О, голова. О, это наш тип. С ним все в порядке? Скорее всего, это из нашей комнаты. Как она оказалась в холодильнике и зачем? Голова вообще, голова и наггетсы, смотри. А наггетсы это мы можем съесть. Слушай, ну выглядит съедобно. Ничего не будет дергаться, ужас. Слушай, они, ну-ка. Дай посмотрим, просто на всякий случай. Ребят, если мы это приготовим, это вак-пак. Вы больные психи. Мы вроде все выбежали оттуда, потом смотрим он на цепи. Тихо, тихо. Стой, стой! Он выглядит, как будто не до конца мутировал. Стой! У него не белые зрачки, как у тех, кого мы видели. У него не такое изуродованное лицо. Он выглядит нормально. Это какой-то сотрудник. Слушай, ну он на цепи. Давай подойдем. Кажется, это доктор. Может быть, с ним можно выйти на контакт или как-то его вылечить. Ребята, бейджик, бейджик, нам нужен бейджик. Зачем нам бейджик? Ключи у него. Почему-то мне кажется, что нам нужен бейджик. Обменяй на ложку. Здравствуйте, господин. Я начал как бы вести дипломатичные переговоры. А дайте бейджик. Вы нам бейджик, мы вам ложку. Может, его надо накормить? Дай бейджик, бро. Наггетсы, наггетсы. Дай мне наггетсы. А чего так вообще такие, конечно, дерзкие? Чего? Страшно же, чуваки. Так вот страшно. А чего вам от него надо? Так мне надо бейджик его. Зачем ты наггетсы? Держи наггетсы, покушай наггетсы. Наггетсы поешь. О. Он был неподкупен. Я понял, что надо сделать, ребята! Давай, давай, давай! Пацаны, я забираю у него бейджик! Такой думаю, блин, на меня смотрит весь Дагестан. И когда я об этом думал, я становился смелее. Тихо, 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 тихо. Ой, хорошо! Вы просто не можете представить, каким чемпионом я себя чувствовал. Вот, я сделал то, что вы не смогли сделать, пацаны. Пошли, пошли отсюда! Закрой дверь, закрой кухню. А что ты взял? Я у него бейджик. Там был ключ какой-то у него, магнитный, что-то такое. Вот, вот, что? Нет, нет, это просто бейджик. Как его зовут? Главный врач, профессор. А нахрена? Это главный стоп, врач. Стоп, стоп.
Это главный врач. Вот его кабинет, у нас совпал пазл. Все. Открыть надо, вот, это он. Главный врач. Да, это он. Здесь ключа такого нету. У него должен быть ключ. Пойдемте ключ посмотрим. Но он супер агрессивный. Мы понимали, что, блин, решение загадки, что надо что-то сделать вот, вот с этим зомби. Геннадий Алексеевич, дайте ключ. Леша, ты такой наивный, мне так ключ нравится. От вашего кабинета. Уважаемый зомби, уважаемый дайте доктор. Нам ключ, и мы разойдемся. Мы одного хотим, ключик от вашего кабинета. Скажите, где он? В этой банке ключ. Внутри, внутри, вон, в банке. Тихо, тихо, банки, отодвинь, отодвинь. Жесть, я выхватил. Парни, давай смотрим, нет ключа? Нет. Ах ты обманщик! Так, ребята, я нашел здесь айфон. Айфон. Ты украл его? Я увидел телефон. Я честно подумал, что это съемочной группы. Телефон заберите. Мне стало так неудобно. Я взял и отложил этот телефон. Геннадий Алексеевич, если что, айфон здесь. Чуваки, нужно найти ключ. Ребят, что это? Я вижу две раковины с черной водой. Явно не просто так. Вот это подарок. Ключ в воде, понятно. Что там? Что там было? Я не знаю. Там чья-то рука была? Там что-то было. Это было страшно, потому что мы не знали, чего ожидать. Я вообще ни к чему не хотел притрагиваться. Давай, ищи, ищи, Леха. Да ищу. Давай, ищи, Леха, ищи. Да ищу, ищу, мне нервно. Я нервничаю. Да ищи, там какая-то хрень была. Чуваки, рыба есть. Рыба настоящая! Она живая? Рыба настоящая, чуваки! Она живая! Вы гоните! Чё она тут делает? Давай, чуй обратно, она умрет. Пацаны, версия какая еще у нас может быть? Там же голова, пацаны, мы забыли про голову. В холодильнике голова. А, дать ему голову? Думаешь, он будет есть? Во рту. Наверняка во рту что-нибудь. Во рту ключ, твою мать. 100%. Неужели там может быть? Там ключ во рту! Во рту как ключ, хорош. Пацаны. Как я хорош! Как я хорош! Как я хорош! Ключ нашли, да? Мы прям вот успех. Вот если вот есть успешные люди, их нет. Геннадий Алексеевич! Фу, ну это просто безумство, да? Слушай, подожди, а может надо было что-нибудь приготовить, нет? Да зачем это все лежит? Там чай, там уха, там рыба, понимаешь? Жульен, мы все и так приготовили подливку. Да, подливка есть. Ты готов? Я готов? Нет, конечно. Эспрессо готов? Жульен готов? Центр готов? Центр готов? Давай, планка. Закидывайте меня туда. Отходим. Страшно открывать вот эту комнату, потому что я понимаю, что во всех комнатах зомби придется столкнуться с ними вот так лицом к лицу. Я знаю приемы! Наши участники боятся открывать любую дверь. А с картой «Халва» вы можете смело открывать дверь в мир покупок. Ведь с «Халвой» вам доступна беспроцентная рассрочка на 18 месяцев и кэшбэк до 10%. «Халва» – всего одна карта для всего. Ой, как красиво! Кабинет красиво, пацаны! Спустя почти 3 часа с начала игры участники добрались до кабинета главврача. Сюда явно не ступала нога зомби. Комната полна различных объектов. Но какие из них действительно важны? Кабинет, где нет зомби. Где нет ужасного мерзкого запаха. И где есть кресло. Слушайте, а может вот эту дверь закроем, чтобы просто к нам хотя бы никто не зашел? Да никто не зайдет туда. Ага, а зомби за вами только что не бегали? У вас есть такая же версия, что, наверное, уже жести не будет вот этой, которая была с да этими зомби нервными, да, которые орут? Конечно, орут. Нет, наоборот она будет. Так, ребят, смотрите. Можно прочитать синдром частично умершего? Можно? Сзади стола большая доска, на которой написано про заболевание. Вирус распространяется путем попадания в крови биологических жидкостей инфекционного. А. Поражаются лечебные доли мозга. А. Вследствие чего возникает периодическая необоснованная агрессия, что мы увидели, собственно.
А необоснованная агрессия ослабевает под воздействием звуков некоторых музыкальных инструментов. Музыка их усыпляет. Дальше. Зараженные клетки размножаются до инфекционного уровня в течение 4 дней. Очень чувствительный слух. Они слабое зрение. Они плохо видят, но хорошо слышат. Подожди, на самом деле, смотри, ты говоришь, будет жесть какая-то еще, ты в это веришь. Наверняка вот эти штуки, которые нам помогут как-то пройти все это испытание. Я уверен. Газ номер 52, на некоторое время их усыпляет. Газ мы, возможно, мы где-то найдем этот газ. Да, чтобы их успокоило. Давай, газ, газ, нажимай. Нажал. Сюда, закрывай! Закрывай эту дверь! Парни, мы ищем код от кодового замка, правильно? Да. Четырехзначный, скорее всего. Мы увидели дверь. Дверь на пароле. Смотри, это наверняка пароль, который мы должны отгадать. Эта дверь должна открыться. Следующая цель, естественно, это пароль. Он, как профессор, занятой человек, где ему здесь написал пароль, нам его здесь нужно найти. А пароль от чего? От двери. От какой? Электронной. Так, ребята, давайте коробки посмотрим. Посмотрим? Давайте. В микроволновке ничего не было? Ничего не было. Ребят, растворитель льда, автошампунь воском. Белорусских рубля, ребят, он белорус. Лёх, мне что-то подсказывает, что вот это вот ничего нам не даст. Наверное. Думаешь? Пожалуйста! Кто это видел? Это засняли? Это засняли? Это засняли? Это засняли? А это нам поможет? Я не знаю, я просто разгадал эту загадку. И мне не интересно теперь. Мага лучше. Парни, все вместе, все вместе. Мага молодец. Мага молодец. Медалик. Мага лучше, молодец. Спасибо большое. Я думал, что я просто красавчик, а я еще и умный, оказывается, смекалистый. Теперь можно продолжать игру. Я думаю, в кассетах, чуваки. Я думаю, нет. Потому что здесь слишком много кассет, ребята. Мы столько болезней не можем пересмотреть. Я так не люблю детали, много деталей. Я как-то себя сразу отгородил от этого шкафа с кассетами. Я думаю, что здесь кроется... Мага, давай. Какой-то момент. Но... Я боюсь змей, как вообще. Я тоже змей боюсь. Я не боюсь здесь еще. Она самая противная в этом кабинете. И единственное, что может защищать какой-то нам ответ или выход, это змея. Смотри, она смотрит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да-да-да. Слушай, ну она в атаке, слышишь? Она, да, она такая, типа, вау, спокойно. А ты в моменте. В атаке, в моменте. Момент победит. Вряд ли же нам бы положили ядовитую. Разумный вопрос узнаем. Давай вот так, братан, смотри. Что, есть что-нибудь? Такой, не надо, пожалуйста. Опа! Бакулель. Опа, опа, у нас музыкальный возьмем инструмент. Возьмем с собой инструмент. Серьезно, откуда я взял вообще? Да. Ой, слушай, все, нас еще ждут есть зомби, пароль? Жесть. Кто боится змей? Я. Нет, не бросай ее тут. Не бросай! Ладно, все, я не издеваюсь над животным. Да ты над нами не издевайся в первую очередь, ладно? А черепок тронешь? Смотри, опа, черепок. Нет там ничего? Нет там ничего. Ну вы варвары. Жила себе спокойно змея, напали. Нет тут пароля. Смотри, как она это, напряглась. Бро, прости нас. Мы тебе тут дом раздолбали. Мы перепробовали абсолютно все. Все наши даже идиотские варианты были попробованы, и они ни к чему нас не привели. Чуть-чуть давайте откатимся назад. Давайте историю вспомним. Что у нас было? Может быть, нам это поможет? Смотри, у нас была тут инфекционная больница, куча зомбаков. Мы уже узнали, что они все болеют. У нас главный врач в кашу там полную, он вообще в неадеквате. Пойдемте туда, мы теперь знаем, что нам нужно играть, чтобы его нейтрализовать. Дудку, дудку возьми. Были записи на доске, и одна из них, что зомби успокаивает музыка. Мелодия. И мы нашли дудку в этом же кабинете и решили спеть нашему зомбаку. Мы думали, что его это успокоит. Поиграй, поиграй. Я пытаюсь заворожить как-то. Играю на дудочке. Написано, что это работает. Не, не работает, чуваки, музыка не играет. Да просто надо уметь играть, а не просто дудеть. Эксперимент не сработал. Мага, заходи, ты знаешь все тут. Давай. Айфон был, ты сказал айфон, да, у него? Да. Но он оператора. Оператора, да, айфон. Так, ребята, я нашел здесь айфон. Телефон заберите. Может быть, тот телефон. Может быть, он здесь нужен. Пацаны, пацаны, стой, так он вообще горит или нет? Вот, надо зарядить его. Пойдемте зарядим айфон. Я видел там заряд.
А что с айфоном? Подожди, давай посмотрим, что с айфоном. Я увидел его на полу. А ты его забрал? Да, я его забрал и поставил. Мага украл. Не, я его поставил на этот, на столик, сказал, если что, телефон. Он же уже звезда, зачем ты все еще смотри, воруешь? Смотри, он требует зарядки. Пойдемте, там есть зарядка. Посмотрим, давай. Ты видел? Там видел шнуры, да, давайте посмотрим. Да ты че, Мага, конечно, блин, пойдем, ты че? А я видел давно айфон там. Если он там валял, а подожди, думал... он у него вывалился, когда мы с ним играли. Я его на полу уже увидел. А я знаю, так значит, ты че? Значит, вот есть зарядка, да. Ребята. Опять я. Опять, если бы не я. Все, заряжается. Это все благодаря мне. Чуваки, давайте подумаем, есть ли какая-то разгадка здесь? Я понял, что ну не просто так они валяются, ну не просто так. Чуваки, мы не будем проверять кассеты, какая вынется. Блин, мне кажется, это ключ. Ну давайте, пока заряжается телефон. Да, чё, точно. Давайте, пока телефон. Любую идею, которая приходит в голову, нужно опробовать. Ребят, блин, какие мы крутые сейчас уберемся, да, здесь? Парни, то, что мы чистюли, это самое главное. Это поможет нам в следующем испытании. Давайте только айфон, когда зарядится, вместе его разблокируем. Да, давайте. А давайте, он уже зарядился, давайте, подходите сюда. Не, ну надо с кассетами. Давайте закончим с этими кассетами. Давайте с кассетами закончим. Да плевать на кассеты, чуваки. Ну, кассеты, кассеты. Парни, подходите. Давай, кассеты давай. Разберете потом, когда мы уже все пройдем. Ты издеваешься? Извините. Ты уронил. Я случайно. Опа, о, это он. Включается телефон, нажимаем на видео. Так, поехали. Там обращение профессора. Я профессор Геннадий Алексеевич Тимирязевский. Сегодня 10 сентября 2022 года. Какое? 12. 4 дня у меня осталось. 2. Это мое последнее сообщение. Все свои наработки и записи я спрятал в секретной комнате у себя в кабинете. Опа. К сожалению, я очень увлекся изучением нового вируса и поздно опомнился. Все, кто был в больнице, они инфицированы из-за меня. Но я их всех запер. И сейчас я изолирую самого последнего. Себя. Слышишь, он в раковину кинул. Угу. Он кинул ее в эту, в миску, где рыба. Отчетливо слышно вода. В этом что-то есть, это знак. Пацаны, ну скажите вот этот ключ, то, что он кинул в воду, никого не волнует? Не, никого. Не. Не, его ключ нам не нужен. Его ключ нам не нужен совершенно. Стопудово надо с этим зомби повозиться. Принести его сюда, привести его сюда. То он сам будет спасаться и найдет этот выход. Я был уверен, что по-любому надо с ним поработать в этом направлении. Думаешь? А чё нет-то? Почему Папаш, не версия? Здесь не проветривали давно, и это видно. По твоей версии. Они до последнего. Нет-нет-нет. Ну, короче, ладно. Он говорил о том, что у него есть секретная комната, да. Секретный лаз, да, который нам да. нужно ну, здесь хорошо. Открыть. Правильно. Вот. Если мы не сможем это сделать... Может быть, он сможет нам так помочь? Так он зомби. Он зомби, он вас убьет. Я был против доктора спасать. Чувак пристегнут, чувак чуть не убил магу, когда он снимал у него бейдж. Попробуй. Сходи, достань, хорошо, я приведу открой. Зомби. Хотите? Мы вчетвером будем дальше как-нибудь проходить эту игру. Я сам пойду за зомби. Давай. Я с тобой, братан. Я пошутил. Я не пойду за зомби. Я же не их. Ты серьезно? Ну ты круто меня поддержал, братан. Давай сделаем их, пошли тогда. А давай разыграем их, типа, давай, да. А давай знаешь что? Давай меня без руки затащи туда. Я такой... Бежим, бежим! Давай, не знаю, закрывай нахрен! Как вам? Браво! Пранк! Браво! Да браво! Вы что, подслушивали, что ли, или нет? Нет. Только вы, идиоты, могли так сыграть. Блин, Мага, ну, блин, ты просто, нет, ты здесь сыграл. Не-не-не. Ты переиграл тут. Думаешь? Да. Ой, придурки, конечно.
Участники находятся в старой больнице, кишащей зомби. И уже больше 4 часов не могут из нее выбраться. У них нет лимита времени. И никто не сможет им помочь, кроме собственной смекалки. Сейчас они в кабинете главврача и пытаются понять, что делать дальше. Теперь мы знаем, что здесь есть потайной... Да, здесь есть где-то потайная дверь. Профессор говорил, что у него в кабинете секретная комната. Как пройти в секретную комнату, нужно, видимо, к какой-то секретной стене подойти. Чуваки, потайная дверь вот, наверное. Ребята, как будто бы вот это... Мне кажется, что здесь. Мне кажется, это потайная дверь. Центр, что там? Слушайте, мне кажется, нам сюда. А вон там не дверь? Может, под ковром, пацаны? Да так не бывает. Мы исследовали все стены, потому что стены были прикольные, там можно было полазить, мы все подвигали, все поотрывали. Здесь только 4 стены. То есть либо здесь, либо здесь, либо здесь, либо здесь. Здесь. Это не здесь. Это не здесь. Это точно не здесь. Здесь, она здесь. Здесь. Где-то здесь, да, она. Но мы исследовали вообще все. Вот просто все. Здесь нет. Как-то все по-другому, короче. Как-то все по-другому. Парни, я на СТС видел сериал «Дылда». Ой, мне не подходит. Не-не-не-не, сюда. Мага, подходи сюда. Ага. У них есть всегда тимбилдинг. И в момент нашего фиаско нужно поддержать всех нас. Тимбилдинг, тимбилдинг, тимбилдинг. Мы сумеем. Здесь планка, здесь жульен, здесь эспрессо и здесь центр. Мы сумеем гора, пройти. Гора здесь. Гора, конечно. Гора. Парни, пока мы прыгали, появилась идея еще. Давай. Появилась еще одна идея. А на дне аквариума там какой-нибудь пульт, он что-нибудь открывает, еще что-то там. Тимбилдинг не помог. Тимбилдинг не помог, боже. Ну, в общем, юмор поднялся. Но в целом пришло понимание, что мы в тупике очень большом. Давайте что-то делать, ребята. Любую версию берем и прорабатываем. Давай тогда кассеты по числам вытаскивать. Давай. Ну, если поставим все по хронологии, то в портал, который возникнет, мы сможем зайти. Я думаю, так. По-моему, идея на уровне Бельковича. Когда уже перепробовали все, решили, что надо разложить кассеты. А вот так 1 января и погнали, нет? Лёк, давай ты февраль. Давай. Ты март. Март. Я апрель. Я наблюдатель. А ты май. Не-не, так нельзя. Давай, нам так надо нельзя, вместе. У нас команда. Я командный игрок. Но когда я понимаю, что вот начинается просто абсурд, у меня кофе-брейк. Парни, вопрос. Такой. Вот смотрите. Все встанет по хронологии. Что вы думаете? Начнется свечение? Неважно. И спустится, какой-то знак? Пробуй. Вот увидишь, будет один в один так и будет. Парни, вы понимаете, что вы тоже заражены? Нет. Вы просто осознаете, чем вы занимаетесь? Нет, мы должны этим заняться. Хорошо, отлично. Но чувак не поверил в решение вопроса, как бы. Ну и ладно, мы начали ковыряться в этих кассетах. А что делать, чуваки, мы же не будем тут вечно сидеть. Это было долго. Мага. Ай, брат. Вот это ведь вменяемый человек. Зачем ты в этом участвуешь? Зачем ты собираешь месяц? Я двигаюсь с большинством. Чертов конформист, а? Мы и так это делаем без сильного энтузиазма. Мало верим в эту идею. А тут еще и Макрони, который ходит и говорит, что это не сработает, это не будет. Я хочу снять, когда вы поставите последние кассеты, чтобы у нас у всех была память об этом. Хочу просто смотреть на ваши лица в этот момент через телефон. Ноябрь. Пацаны, мы на финишной прямой вообще. Ты же прям вот... Сейчас, понимаешь? Вставляем. Вставляем. Секундочку. Парни, итак. Та-та-та-та-там. 5, 4, 3, 2, 1, портал! Браво! Че, реально не работает? Тихо. Парни, все сработало. Открывайся! Какой же вы тупые, на что мы рассчитываем? Там нет даже кнопок.
На что мы рассчитывали? Что самок? Что-то там бог скажет, ладно, идиоты, открою вам дверь или что? Это лучшая пауза, что только... Смотри, это лучшая пауза, что только когда-либо была. Не, ну это класс. Это класс, парни. Меня бесил Володя. Нет вопросов, да? Кого мы съедим, если вдруг что-то произойдет? Бельковича, потому что он ел много разной вкусной еды за свою жизнь. Такое разочарование в себе вообще появилось. Как отсюда выйти? Откройте немедленно! Алло, выпустите нас. Я, все, я закончился. Если мы сейчас не откроем, не найдем эту дверь, что будет дальше? Ну, типа, что будет дальше? Потому что СТС нам сказал, пока вы не найдете выход, вы не выйдете. То есть это смешно звучит в реальной жизни в 21 веке, но это так и есть. То есть мы сидим, пока мы не откроем, ничего не произойдет. Все. Нужно освежиться, рефрешнуться. Может быть, парни, свежая идея. Может быть, тимбилдинг? Я понял, что тимбилдинг должен быть у нас теперь раз в минуту. Но парни этого не поняли. Пойдемте с зомби поразвлекаемся сверху, побегаем. Пойдем. Щеколду откроем, я убегу. Давай. Да? Дай нам ключ, пожалуйста. Подожди, какой? Дай один раз ключ, дай мы справимся. Подожди. Реально, пойдем зомби? Там зомби уже, актеры ушли, я уверен. Пойдем проверим. Пойдем проверим. Ну пойдем глянем. Команда! Парни, я подожду вас здесь. Тихо, тихо. А что, ушел зомбак? Все, мы не боимся зомби. Уже на все наплевать. Быстрей, быстрей! 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 Тихие! Развлеклись! Идиоты! А почему оно на них не действует? Блин, прошло, наверное, часа 4. Мы были уверены, что он ушел уже каким-то другим жертвам, я не знаю. Блин, мы чуть этой шуткой, блин, не доигрались. Блин, Володь, что делаем-то? Нам нужен... Тимбилдинг. Во-первых, тимбилдинг. Да не. Да-да-да. Этот зомбак нас взбодрил, нам напомнил о том, где мы находимся. А то бы в этом кабинете главврача все так спокойно. Парни, а давайте каждый возьмем по кассете. Дальше объясню. Подходите. Да, конечно. Сейчас будет тимбилдинг. Черт возьми, снова нет тимбилдинга. Парни! И что будет? Да ладно! Вот! Блин, какие-то буквы. Вот! Сейчас просто появится что-то. Чё? Мы начинаем переворачивать и смотрим, что они разные. Вы их правильно переворачиваете? Все правильно, все правильно. Ну смотри, есть какая-то красота, есть какая-то четкость в этом. Лучше, чем, блин, в другой стороне. Это не просто, это не хаос. Мы поняли, что да, складывается какой-то рисунок. Давай, Леха, ты финал! И чё? Я понял, что это переломный момент. Но это 100%, ну 100% нам подготовили такой ответ, чтобы мы вот увидели ключ, картина. Ну что ж, парни, поздравляю. Дерьмо собачье. Стоп. Из этого надо что-то сделать. Слышь, а если... Вот! Нет, а если вот так головой? Я думаю, мы неправильно переворачивали, из-за этого, мне кажется, цифры не получились. А мы же переворачивали блоками, непонятно, хаотично вообще, да? Просто бардак был, да? Мы нарушили всю нашу систему. Черт побери, надо обратно. Парни, я надеюсь, это момент триумфа. Все, переставили? Пипец, блин. Что? Подожди.
Подождите секунду. Какой адок. Без боли ничего не сделаешь. Должна быть боль. В этом шоу должна быть боль и проверка наших умственных способностей. Давайте еще раз. Мы вначале поставили кассеты вот так. Потом оказалось, что надо вот так. Мы их перевернули. Оказывается, нельзя было так переворачивать, потому что кассеты меняются вот так местами. Это было вообще кошмар. И остановились только, когда появилась полноценная картинка какая-то. Окей, на что это похоже? Ноль. Это что? Ноль. Это что? Давайте сосчитаем. Четыре. Это элементы игры в Тетрис. Я видел этот морской бой. Это морской бой. Четырехпалубник, трехпалубник, двухпалубник, один палубник. 4-3-2-1. Давайте 4-3-2-1 попробуем. Четырехпалубник. Я там в один на телефоне стал. Где угодно. Так, морской бой. Почему морской бой? Ну, потому что вот, четырехпалубник типа. А как это четырехпалубник? Почему ты решил, что это четырехпалубник? Ну, длина обычно. Ну, ты не видишь четыре палубы? Раз, два, три, четыре. То есть собрать картинку это было еще не все, прикиньте. Да, отстой. А может быть вот так посмотреть? Давай мы возьмем Эльдара вот так боком. Давай, ты посмотришь. Давай. Давайте перевернем. Давай. Падай. Блин, Мага, крутая идея. Крутая идея, да. Смотри, что там. То же самое, только с другой стороны, если честно. Давайте тогда перевернем. О, отлично. Так. Ага, понял. Понял? Отлично. Вводи 3, 2, 1, 6. Давай. Он пошел вводить. Чувак, я все ввожу. Мы здесь навечно. Может набрать на калькуляторе все вот эти кнопочки? Вот эти, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И трехпалубник наберем, мне не открылось. Нет, главное не сдаваться, это самое правильное. Тупим. Санька красавчик. Вот Санька Джульен красавчик. Он один из немногих, кто не сдавался. Короче, знаете, если опустить голову вниз, то кровь приливает, ты становишься умнее. Давай все вот так постоим. Давай новый тимбилдинг. Новый тимбилдинг. Давай, 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 новый тимбилдинг. Давайте. Ну, поделайте-то, бумага. Угу. Вот, кстати, и вот расслабьте, вообще растяните ноги, вот эту заднюю поверхность бедра, все хорошо. Дайте мне телефон, пожалуйста. Смотри, вот это что такое? Смотри, можно было как смотреть. Ой, не то, сейчас подожди. Это чтобы Эльдара не переворачивать, нужно было крутить экран и сфоткать. 6-3-0. 630. Да ладно? Отчетливо вижу цифра 630. Я сфоткал цифру. 630. 630, да. 630. А здесь нету. 630. Я только не знаю, где ввести. Я не понимаю, что с ним делать. Я просто тупо не понимаю. Пойдемте откроем дверь. 630. Пойдем. 630, парни. Тимбилдинг. Подожди. Тимбилдинг. Тимбилдинг. У нас очень круто экстремальное мышление. Мы очень быстро соображаем, когда все плохо. Нет, другая. Так обидно вообще. Мы застрянем надолго. Нереально. Можем помедитировать там, не знаю. Поспать, сменяя друг друга. Бро, может, на часах надо установить 6:30. И он говорит. Часы. Слушай, часы точно в деле. Было понятно, что идеи кончились. Да блин. 630 попробуй, бро. 630 попробуй. 6:30, сделаю. Это очередной бред. Да вот эта стена, вот этот секретный кабинет. Опа! 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 Ура! Господи ты, боже ты мой! 6:30! И вот тут даже не пришлось говорить. Тимбилдинг случился сам собой. Да!
Это что так? Они в следующей двери, чуваки! Охренеть, Гэзи! Охренеть! Мы точно в эпицентре какого-то кошмара. Какая жуть, чуваки! Нам просто надо отсюда выбраться и выйти отсюда. Согласен, я за магу. Сюда, закрывай эту дверь! Мы на грани провала. Класс. Твою мать! Как тебе такое вообще? Это просто охренеть, вы что, гоните? Я ожидал? Я вообще не... Я в шоке нахрен. Открылось! Пацаны, что нас там ждет? Погнали смотреть. Хрен его знает, давай все вместе. Дельдарка, давай ты. Для чего профессор использовал эту комнату и какие тайны в ней спрятаны? Сейчас нашим героям предстоит это понять. Чуваки, тут какое-то мясище. Я думал, что там? Я думал, сейчас ты открываешь. Зомби. Что это такое? А мы заходим в такую приятную комнатку. Ну, смотрите, ну, прикиньте, как круто. Здесь мало всего. Да, относительно того, что было. Это не мало, это 3 курса института. Я учился в институте, у меня 5 лет было химией. Скорее всего, в решении химических формул мало кто мне подскажет и поможет. Блин, если бы я знал, что я буду участвовать в таких шоу, я бы учился в школе. Мы в секретном кабинете профессора, правильно? Да, где скрыты все ответы на вопросы. А можно я свою версию скажу? Давай. Он сюда заходит для того, чтобы разрабатывать какое-то лекарство, лечение. Так, какое-то. Смотри, N52.5. Газ! Это газ. Формула газа. Да, это формула газа. Я понял, что не зря это все написано, это должно помочь нам. Ты хочешь покрутить? Молодец. На большой тумбе была головоломка. О, молодец. Так, парни, ну тут очевидно. Смотри. Писька! Вот так. Стой. Во. Ага. Смотрим на эту крутящуюся штуку, покрутили, повертели. Смотрите, ребят, сейчас будет момент истины. Что-то открыться должно. Ноженьки, раз. Мы же сделали все. Почему-то не сработало. И ничего не происходит. Команда. Пацаны, смотрите. Есть нож, принеси нож, который был железный. Точно, ты гений, кончу! Да! У девчонки в спине ножницы! Серьезно? У девчонки в спине! Да! Стой, это штучки, которые ты разбирал. Пожалуйста! Кто это видел? Это засняли? А это нам поможет? Я не знаю, я просто разгадал эту загадку. Да, это все нужно положить сюда. Да. Мы все эти знаки видели. Нож лежал на столе. 2 штуки, которые мага расцепил вначале. И я вспоминаю, что у девки был нож в конце. Ну, не нож, а медицинские вот эти ножницы. Мы такие... Мы эту вещь соберем, окей. А что произойдет после этого? Откроется что-то. Что? Пандора, ящик, не знаю. Пойдем собирать. Пошли. Я посторожу. Все в порядке, я посторожу. Ты серьезно? Ты здесь остаешься? Дай да нет, конечно, тут страшно. Мы такие просто, как стая пчел. Оставляй сразу, конечно. Офигеть. Скальпель. Пойдемте, заносимся. Вместе только. Let's go. Лучшая команда в мире – это мы. Тут у нас прилив сил. Команда. Лучшая команда мира просто идет. Давай, взял? Ты так взял и перевернул. Пипец вообще. Холодильник откроем напоследок. И пошли. Конечно, откроем. Закрой его нахрен! Закрой! Это подлость. Команда мечты, подумал я. Поехали, готовы? Эл, готов? Да. 1, 2, 3. Кладем. Опа! Вот тут мы были. 208, вот вы спустились. В каком мы были номере? Вот здесь мы были. Здесь сидел зомби. Это окно. Мы вот здесь проскочили. Да, прошли. Пришли сюда. Здесь понюхали. Понюхали. Спустились вниз. Первый этаж. Схема, видимо, этажей. Мы все понимаем. Все написано. Минуту внимания. Ребят. Коллега. Да. Мы провели здесь почти весь день.
Так. И сейчас, кажется, мы понимаем, что мы вообще даже не на центре. Что мы половину где-то прошли. Да. Жесть. А мы тусуемся там же много-много-много часов. Было больно. Смотрите, запомните, что одна из крайних дверей будет газ с N52. А что это такое? Это вот комната, куда мы должны попасть. Это вот комнатка, которая закрыта с паролем. Ребят, так вот же пароль 2717. Пошли. Эй, подождите, а вот это что такое? Давайте 2717. Посмотрим. 2717, точно! Пароль, 2717. Вот пароль! Может быть, мы на телефон сфоткаем это все? Давай, давай, точно сохраним. Мы умные ребята, у нас есть телефон, мы начали фоткать все. Давай, тогда я шире сфоткаю вместе с формулами, вдруг. Я тоже хочу, пацаны! Мы сразу додумались, все отфоткали, все локации, чтобы не возвращаться по 5 раз. Вы думали, что мы так сделаем? Не думали? А мы умные. Дорогие друзья, я понимаю, что то, что мы наконец-то пробрались сюда, и ночью нас возбудило очень сильно. Нам надо чуть-чуть подуспокоиться, во-первых. Не слушайте его! Быстро сломаем здесь эспрессо на связи, пацаны! Тимбилдинг! Тимбилдинг! Тимбилдинг, ребята! А Жулена не хотите ответить? Еще один, да! Еще один есть! Тимбилдинг! Мы проходим! Сегодня я был центром. Поэтому именно я в самый решающий момент перед самой важной схваткой вдохновил команду идти вперед. Парни, пойдемте откроем дверь. И пошли открывать ту самую дверь, которую пытались открыть на протяжении последних 6-7 часов. Поехали, 27-17. 27. Возникла эйфория, что как будто бы мы все самое сложное уже смогли преодолеть. Твою мать! Эфирно! Это Пизанская башня! Сейчас там внизу опять что-то, опять нужно будет делать что-то это ужасное. Пошли. Так, опа! Но я не пошел первый по этой лестнице. Ну как-то никто не давил на меня. Никто не давит, ну идите сами. Да я второй пойду, третий там, в конце я пойду. Чуваки, стоп. Знаете что, вдруг нам надо будет бежать наверх? Дверь не закрывайте. Да-да-да, окей. Красавчик. Я сейчас описываюсь. Все в порядке, все в порядке. Я тоже очень. Что там? Вот так из-за угла, типа, что там, все нормально? Стремно, капец. Охренеть, тут тоже был какие-то побои. Винтовая лестница привела героев в подвальный коридор со множеством дверей. Какую из них они откроют первой? Давайте сначала оглядимся. Давай, оглядимся. Открывать дверь не надо. Тихо. Но у нас есть пароли от этих дверей. Тихо. Зомби! Да, ну, зачем ты их зовешь-то? Чуваки, тут есть выход. Закрыто. Заперто. Ну вот он, смотри, вот эта лестница, видите, вот он, выход. И у него карта нужна какая-то. Ключ какой-то электронный, надо найти. Ну что, первую открываем? Парни, ну, да. Пойдемте откроем дверь. Но чтобы это было честно, я предлагаю использовать наши старые добрые... Давайте, кто открывает, давай. Кто открывает? Мы же очень смелая команда. Мега смелая. У нас есть пароль. Кто будет открывать? Давайте на камень-ножницы-бумага. Камень-ножницы-бумага. Раз, два, три. Я проигрываю. И я, получается, открываю эту дверь. Секунду, подожди. Можно условие? Когда дверь откроем, максимальная тишина. Они на звук реагируют. Да, точно. Стремная тема. Страшно. Все, кто-то взял разные оружия. Один я без оружия стою. Ты сразу открываешь и отходи назад. Готовы? Да. Тишина. Тишина, ты говоришь? Ага. Прощай, планка. Спокойно. Спокойно все.
Никого нет, ребята. Оружие не пригодилось. За дверью никого. Только экраны для наблюдения. Но кто и за кем тут наблюдал? Кабинет как в кино. Недоеденная еда, куча мониторов. Это что такое? Смотри, как много зомби. Это что такое? Они в следующие двери, чуваки. Охренеть. Охренеть. Две огромные камеры с зомбаками. Было понятно, что мы туда по-любому попадем. Вот это фонарь нужен стопудово. Зачем? Потому что будет темнота. Я с ним с самого начала, вы только сейчас заметили. Будет темнота. Вы чего? И мы не знаем, что делать. Здесь есть книга учета. Количество инфицированных 3 человека, терапия не приносит... Можно не светить, это отвлекает. Смотри, запер отдельно в изоляторе во избежание дальнейших заражений. Это была комната наблюдения доктора за этими зомби, он там сидел, наблюдал за ними. Ну вот он их запирал в изоляторе. 20.08, то есть они уже зомби, все. Похоже, инфекция успела распространить больше. Ввожу экспериментальные методы лечения. Дата. 29. Количество инфицированных 8 человек. Опа. Во время обхода один из зараженных укусил меня за руку, когда я попытался осмотреть его кожные покровы. Чувствую себя необычно. О, кайфуль. 8 число. Количество инфицированных 15 человек. Запер еще 2 к остальным. Все как в тумане, короче. Это все главврач пишет? Мы точно в эпицентре какого-то кошмара. Возможно, отсюда начнется апокалипсис. А кто его остановит? Я и вот эти 4. Очень сильно хочется писать. У меня вопрос к вам. Мы что должны сделать вообще? Вопрос. Вы видели, помните дверь с выходом? Там нужна карта приложить. Вон ключ. Ключ вон! Парни, хорошие новости, есть еще одна дверь. Фу, опять это сейчас переживать с этими зомби. Здрасте, зомби. Ого. Хлеб, соль. Офигеть. Дорогие зомби. Дверь, которую открыл Владимир Маркони, ведет в лабораторию. Но почему она находится в подвале? Смотри, вот это кто? Это мозги. О, нашли их. Ура, сейчас будет легче, да, парни. Да, сейчас будет легче. У нас мозги появились. Смотрите, здесь есть коробка, здесь написано «не двигать», но здесь ни слова про «не открывать». Что там написано было «не трогать»? «Не двигать». «Не двигать». Значит, двигай. Давай, Леха. Нет, не двигайте, парни. Мы снимаем с тебя звание силач. Это огромный камень. Камень в полу. Просто одно целое с полом. Давай еще посмотрим все вокруг. Давайте посмотрим все вокруг, да. Так. У меня в институте были такие микроскопы. Сейчас весы, есть мозги, есть кровь, есть. Парни, у меня для каждого из нас есть замечательная вещь, чтобы дальше не мыть руки. Класс. Я всегда во всех ситуациях пытаюсь себя обезопасить. Пацаны, давайте откроем схему карты. У нас же была карта. Вот мы зашли. Вот он вход. И вот здесь вот большая комната с какой-то фигней. Мы с ребятами поняли, что надо лезть в вентиляцию. Вижу вот просто вот эту решетку на болтиках. И вспоминаю, что в предыдущем кабинете была отвертка. И все, логика. Тихо. Момент. Там зомбаки, ребята. Подождите, дайте это сказать. Это так страшно. Мы же помним, что они не видят нас. На дудку? Они реагируют на только свет. На звук. Только на звук, поэтому давайте. Я знаю. Против часовой группы. Мы открываем. Тихо, что за звук? Тихо. Это зомби. Это зомби. Они там. Давай не прям, пожалуйста. Отодвигаем воздуховод. И там...
Участники уже 9 часов пытаются найти выход из старой больницы, полной зомби и головоломок. Они должны понять, что здесь происходит, и сбежать. Прямо сейчас они нашли подвальную лабораторию, в которой из вентиляции слышны странные звуки. Против часовой группы. Мы открываем. Тихо, что за звук? Тихо. Это зомби. Это зомби. Они там. Давайте прям, пожалуйста. Отодвигаем воздуховод. И там... Опа. Извините, вай! Звоним в санэпидемстанцию. Это никуда не годится. Нам надо развести Мага. Мага, брат! Идем, идем. Мы решили, что ты идешь первый. Вы что, офигели? Меня не было. Когда вы это решили? Потому что тебя не было. В такие места я первый не лезу никогда. Не надо. Даже в Москву вначале мои родственники поехали, а потом такой я полетел. Я могу первый пойти. Давай, я за Эллом. Я за Эллом. Какая жуть, чуваки! Вооружился фонариками, такой, вперед, команда! Йоу! 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 Их там внизу прям 1000! Я не могу, я не хочу туда. Слушай, а что ты боишься? Ты же их руками трогал. Я трогал одного, а не тысячу. Но тут тысячи их, чувак. Пацаны, вы вчетвером справитесь? Пойдемте просто друг за другом. Давай, давай, Эл, ты первый, я позовите второй. Позовите меня, если помощь понадобится, я здесь. Давай, Эл, ты первый, я второй. Я третий, все. Блядь, что случилось? Смотри, сверху вывалились тараканы. Сверху вывалились. Это на спине у него. Я туда не хочу. Можно где-то я дам заднюю? И это будет это место. Урок усвоен. Урок усвоен. Я понимаю, что нет, так туда идти бесполезно. Но идти надо. Пацаны, есть идея. Лёх, Лёх! Да. Возьми зонтик, реально. Давай. На, на, картонный зонтик, на. Давай. Размахивай сверху, размахивай снизу. Чуваки, лезем. Лезьте, мужики. Господи, как тут стрёмно. Чисто два дагестанских в конце идут. Один, брат, один. Один идет, брат. Один здесь остается. Идем все, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой. Давайте, давайте, пацаны. Ребята, ребята, а теперь давайте без зонтиков. Да прекрати, блин. Не, зонтики отстойно, парни, это просто некрасиво. Все, бросаем зонтики, мы мужики, бросаем мы команда зонтики. Жмут. Я согласен. Фу. Бросайте, бросайте, че вы как... Да зачем? Что без зонтика? Вы что, психи совсем? Зачем, если можно спрятаться под зонтиком от тараканов, не прятаться под зонтиком от тараканов? Психи! Психи! Это страшно! Ай! Тихо, не ори, не ори! Все в порядке, все в порядке! Буду себя вести максимально тихо, буду молчать, слушать, но сам никуда лезть не буду. Мага! А! Тут ничего страшного. Я понял, я здесь подожду, здесь тоже ничего Мага, страшного. Мага, хочешь, я за тобой приду? Не-не-не, я здесь постою. Возьми зонтик, с зонтиком не страшно. Нормально все, за меня не переживайте, пацаны. Мага, ты не, мы не можем оставить тебя там. Спасибо, что переживаете. Идите, что вы стоите за стрелом? Давай, Мага, ну что за бред? Мага. Мага, пошли. Давай, иди сюда. Так я вас здесь жду. Мага, прямо сейчас ты позоришь весь Дагестан. Да, не позорю, не говори так. Ты позоришь весь Дагестан. Да. Я позорю. Да. Сюда иди. Тихо. Мага, Мага, круто. Ты здесь? Иди сюда, красавчик, ты с нами. Тимбилдинг.
Рано, рано, хорошо. Рано, неуместно. Тихо. Что там? Вон они, это то место. Жесть, это то место. Я понимаю, вот эта комната страха. Вот она, которую я видел на камере, где вот эти 15 зомби в клетке. Вам нужно тихо, зайти. Тишина. Заходим тихонечко. Наши герои меньше всего хотели оказаться здесь. Но чтобы выйти из больницы, придется пройти через жуткую комнату для опытов. В порядке. Бегом. Добрый день. Здравствуйте. Отовсюду руки зомби. Просто отовсюду. Твою мать! Жесть! Да что за бред? Я не слышу вас! Что это такое? Я не могу сдвинуться, потому что мне просто стрёмно, они шумят, я ничего не понимаю, они кричат, я просто стою вот так. Чуваки, что это? Да подожди, осмотрись. Чуваки, что это? Они мешают соображать вообще. Чуваки, что это? Опа! Смотри! Жесть! Зомби были очень... страшно, они все разные, женщины, мужчины, маленькие, толстые, худенькие, большие, длинные, у кого что на голове, короче. Да что мы должны сделать? Ребят, что это? Посвети, я вообще не понимаю! Господи, я не могу работать в такой атмосфере. Паника, все орут эти зомби, все начинают что-то исследовать, кто-то с ними дразнится и играет. Ребят, давай подумаем. Покажи схему. Схему покажи. А, схема у меня, извините. Огромный пульт, который мы увидели на экране. Там пульт и там кнопки. Чуваки, вот кнопки же, вот. Мы видели это на схеме, еще в тайной комнате. Мы понятия не имели, что это, но на всякий случай сфотографировали все. А когда уже увидели вот этот детонатор, мы поняли. Свет, это значит по центру. По центру свет. Правильно? Попробуем. Давай. Ребят, нам нужно нажать на первую кнопку. B52. Да. B52. Газ номер 52. На некоторое время их усыпляют. Возможно, мы где-то найдем этот газ. Так, ну смотри, N52 опять. Газ. Это газ. Формула газа. Да, это формула газа. Газ их усыпляет. Я думал, наконец-то мы их накормим этих газом. Да, чтобы их успокоило. Давай, газ. Я думаю, ну раз левая газ, значит левая газ. Нажимай. Нажал. Мы нажимаем кнопку. Газа нет. Сюда! Закрывай эту дверь! Кто открыл дверь? Да никто не открывал! Мы на грани провала. Класс. Кстати, нажимал Алексей Столяров. А чего вы схемы не смотрите? Сань, я посмотрел, я нажал крайнюю. Ты когда покупаешь телевизор, ты должен знать, ты тычешь все, потом смотришь. Нет, я на крайнюю левую нажал. И он из 5 вариантов, он открыл 2 комнаты, но не выпустил газ. Нам надо было дальше пройти, ребят. Кнопки, они же на схеме так, а там, видимо, они были переплетены проводками, и было все нелогично. И что еще? Было свет, газ, еще. Две камеры. Нет, там было 5 кнопок. А еще одна кнопка была. Что там было? Я не знаю, у кого телефон? Телефон там оставил, чуваки. Ты телефон там оставил? Да. Ты реально оставил там телефон? Простите, я испугался. Давайте тихо пройдем за телефоном, они пойдем. Подожди, стоп. Не, нормально, они уже засели, пацаны. Они нас не видят. Ну, на ребят надежды нет. Я уже готов ко всему. Ура!
Не видят. Какой-то вот маленький пекинес просто заходит и за всех все решает. Открой схему. Возьмите, пожалуйста, я не в состоянии. Смотри, газ мы им включали, да, изолятор 1Z, свет, кабинет. Нам нужно нажать ту кнопку, чтобы попасть в тот кабинет. Вот там видно же решетка. И по схеме есть еще одна комната. Мы понимаем, что там есть какая-то еще комната, она нам нужна. Парни, парни, самое время для селфи. Давай на фоне зомбаков. А можешь сделать экран нормальным? Да, давайте на фоне зомби. Да, конечно. Пойди. Смотри туда. Эй, привет. Пойдемте, пожалуйста, пройдем отсюда, куча тараканов. Давайте я первый пойду, я уверен, что они уже все. Да куда вы идете к зомби? Мага аккуратненько на своих дагестанских ножках с альдаркой, самым маленьким ножом. Нажми на все, не сыну вышли. Я такой тишины никогда в жизни не ловил. Вот реально, я не дышал. Молодец. Я все нажал. Газ пошел. И тут, знаешь, как в фильме просто. Все, не засыпай. Выпускается газ, все, и они все кладутся. И мы просто как чемпионы. Ну, как чемпионы. Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни, птички запели в саду, рыбки застыли в пруду. Все, вырубается, жесть. Пойдем, проходи в кабинет. Да тихо, в кабинет идем. Глазки скорее замкни. Замкни, жги моя радость. Жесть, усни, тихо, не наступайте им на ноги, потому что они заразные. Усни. Когда зомби уснули, никакого отличия. Они как смотрели тебе в глаза, так и смотрят. Спящий зомби не отличается от неспящего зомби. Страшно. Чувак, давай по этой точно, решетке. Точно, по решетке. Там открыто? Дерни дверь сюда. Отлично. Жесть. Так, Стоп, ничего не трогайте. Только ничего не трогайте. Пока зомби спят, у ребят есть возможность изучить кабинет профессора. Что они успеют здесь найти? Ребята, как это было страшно, боже мой. Что нас ждет вообще дальше? Я не знаю, это трэш. Страдаем дальше. Дальше хуже. Вперед! Парни, смотрите, в принтере была бумага. Выводы. Тихо. По результатам проведенных экспериментов мной было установлено, что инфицированные крайне чувствительны к звукам. Их слуховые рецепторы странным образом реагируют на разного рода звуки, в том числе на звуки музыкальных инструментов. Путем перебора возможных звуковых раздражителей я выявил, что агрессия зараженных СЧУ значительно возрастает от звуков ударных инструментов гонга, бубна и барабана. И это все здесь. Но удивительным образом уменьшается от звуков клавишных и духовых инструментов. Это духовой? Это духовой. Все в порядке. Также в ходе экспериментов удалось установить, что при проигрывании следующей мелодии агрессия исчезает полностью. Парни, а что дальше-то делать? Парни! Пацаны, электронный ключ. Это на выход. Это вот здесь он бегал. Чуваки, а это на выход. Это главного это врача. Это на выход. Помнишь, когда выход звучал? Это ключ к выходу. Чего же вы мне не говорите? А вот тот выход на лестницу.
почему мы не посмотрели? Там карточка прикладывается или код набирается? Карточка. Вы видели это? Да. Так может быть все? Мы берем эту карту, говорю, побежали открывать дверь. Ну что, пойдем туда, они сейчас будут прыгать, играем. Стойте, а мы не хотим посмотреть, что у нас есть? Нет, так у нас есть ключ. Вот ключ, вот выход. Это зомби, они сейчас проснутся. Что вы тут делаете? Давайте уйдем отсюда, давайте в другом месте более приятно постоим, пообщаемся. Давайте быстро прошвырнемся. Давай быстро, давай быстро прошвырнемся на всякий случай. Давайте быстро глянем. Тут ноты, чуваки. Тут ноты. Стоп, стоп, стоп. Тут ноты. Ты серьезно? Давай учись, давай учись. А как мы выучим? В лесу Рои дело сьоры. Это я люблю. Цыганочка. Тут мобильник из бумера. Белая стрекоза любви. Так, полонез, турецкий марш. Шумел камыш. Были ноты. Много разных нот. А в нотах были еще и диезы, и бемоли. А на мелодике, а как ты? Ну, там надо уметь. Стойте, стойте, это инфракрасный свет какой-то? А, смотри, а это не картридж? Смотри, написано, замените картридж, Эльдарчик. Кто по принтерам спец? Может быть, здесь краска? И надо бумагу и что-то распечатает? Куда? Вот, вот сюда картридж. Нет, сюда бумага. Пацаны, послушайте меня. У нас есть электронный ключ. Нам просто надо отсюда выбраться и выйти отсюда. Согласен, просто. Я за магу. Зачем мы что-то думаем, потому что здесь зомби, они сейчас проснутся, и нам вообще... Учите нам мелодию. Не выйти. Да и без мелодии, если что, проскочим. Да играй погнали, хоть слышишь? Что-нибудь. Вов, побежали, а? Здесь побежали. Зомби просто... То есть не будем учить еще? Да, побежали. Так, побежали. Только тихо! Тихо. Вов, сзади, Вов. Тихо, Вова. И мы обратно через этих зомби. Но мы уже такие, эй, на эйфории, карточка. Я понимаю, что все, как бы, ну, типа, сейчас возьмем и откроем. Тихо. Бежим быстро. Быстро бежим, мать его. Бежим быстро. Бегом. Полетели. Парни, ни одной ноты не промазал. Все по нотам. Красава! Тараканы есть, Есть! А у меня, теперь я. Мне плохо, я сейчас сдохну. Повернись, Вов, повернись. Так. Все, чистота. Парни, ну если не сейчас, то не знаю, как дать тимбилдинг. Давайте, вот он! Жесть! Чуваки, пошли дверь открывать. Чуваки, господи, какой это страх! Твою мать! Как тебе такое вообще? Это просто охренеть! Вы что, гоните? Ты ожидал? Я вообще не... Я в шоке нахрен. Это слово «выход». Реально, мы машина, мы психи. Следующая серия будет такая, что вы в шоке будете. Мы просто таким зайдем сразу. Все отгадаем. Вот так. Давай. Открылось. Счастье? Сейчас мы будем прям праздновать. Что такое? Еще одна дверь, что ли? Да вы гоните, что ли? Уже 10 часов герои шоу «Большой побег» пытаются найти выход из старой больницы. Казалось, что он уже найден. Давай. Открылось. Но открыв дверь... Участники увидели за ней еще одну. Что такое? Еще одна дверь, что ли? Что же им делать дальше? Уважаемый профессор, пожалуйста, подтвердите свою личность, приложив палец к сканеру. Нам нужен палец. Профессор, это кто? Это который живой чувак. Какой? Тот, которого ключ мы должны были найти? Да. Раковине. Дамы и господа, помните, что я говорил? Стопудово надо с этим зомби повозиться. Принести его сюда, привести по его сюда. И он сам будет спасаться и найдет этот выход. Думаешь? А чё нет-то? Нам все-таки придется его отстегнуть и что-то с ним сделать. Стоп! Нам нужен план, каким образом сейчас прямо сюда... Профессор придет свой палец. Мы не можем отрубить ему палец. Да. Нет. Мы можем его газом... Где мы возьмем газ? А может, сыграем ему что-нибудь? Слушай, он же полузомби. Да, сыграем. Может быть, сыграть, отключить. Ключ все-таки, звук этот неспроста был.
Пацаны, ну скажите, вот этот ключ, то, что он кинул в воду, никого не волнует? Не, никого. Не. В раковине порыскать рукой. После зомби вообще не страшно. Я могу порыскать рукой. Погнали, у нас перчатки. Подожди, стоп. Поиграем ему на дудочку, посмотрим, как он себя ведет. Да. Притащим его сюда, да. И все. Это супер схема. Схема работает? Да. Ну, давайте. Пойдемте теперь к этому дикарю, блин. Общий язык находить с ним. Пошли доктора вести. Так что, мы идем за доктором? Да, конечно, за доктором. Ну так, конечно. Идите кто-то вперед, я не пойду. Сюда вперед. Хорошо, хорошо, я иду вперед на четвертом. Жесть. Твою мать, давай покатаемся хоть на этой штуке, давай, погоняйте меня, пацаны, по коридору. Давай, Эльдарка, втапливай. Давай, погнали. Белькович, что с тобой происходит? Ну, чувак, я только что погнали, вышел от держи. Давай, давай. Бьете его! Бьете! Пошли за зомбаком! Нам уже ничего не страшно! Идем мы обратно, пробуясь эту нашу единственную схему на нашем докторе, который находится на нашей любимой кухне. Брат, мы к тебе! Блин, это он! Давай, давай! Ему хреново! Заходи! Бро, заходи, мы заходи. Опять тут! Ему хуже! Братик, мы сами не хотели к тебе приходить, но нам нужен твой палец. Я полез за ключом. Пацаны, давай ключ. Какой ключ-то? Да блин, помнишь он? Да. Пацаны, да. Ну ты что, не врубаешься, да, ключ? Я понял, я забыл. Мы по ролику помним, который записывал доктор, что он кинул в воду. Ключ здесь. Ключ давай здесь. Давай рукой туда, бро. Тихо, тихо. Начиная вот так вот ковыряться в этой раковине, вы знаете, я все изучил в этой раковине. Там нет ключа, он бросил в воду. Куда он еще мог бросить? Смотрите, где есть варианты с водой? Я не нашел ключа, но не было там ключа. Так, давайте вот этой темой вычерпывать из нее. Пацаны, ну мы только что все рукой проверили. Как здесь смысл вычерпывать? Жесть. Сливай сюда, браза, вот сюда. Давай. Мы не сдавались с Лехой. Мы были уверены, что там что-то есть в нее. Вон ключ. Ключ. Как я искал? Мага! Мага, чемпион! Да! Чуваки, я искал в этой раковине, простите меня. Мы с Магой просто красавцы. Да, у нас получилось. Ну не потому, что мы молодцы. Теперь нам нужно так, как его успокоить. Играй, играй, играй! Я начинаю играть. Не работает. Это моя импровизация. Играй. Или все родилась елочка, давай. Вот и мы без света. Стоп! Ничего не играй. Просто не работает. Одну мелодию. Другую мелодию. Ну я не знаю, что ему еще нужно из музыки. Что за фигня, а? Что могло? Что не так? Чуваки, стоп, идите сюда, давай обсудим. Иди сюда, давай обсудим. Там суматоха невозможна. У нас была инструкция более подробная, где были зомби. Помните на листочке? Да. Так, надо кому-то, чтобы пошел вниз за бумажкой. Ребята, как бы ужасно это ни звучало, нам надо в этот кабинет пройти. Там песенка какая-то была, ноты. Видимо, определенная песня работает, которая успокаивает этих зомби. Я прям был уверен, что мы уже выиграли. Я тоже был уверен, что мы выиграли. Нам нужно вернуться в этот кабинет и взять все, что мы там забыли. Блин, как же сюда страшно возвращаться. Чуваки, ну они усыпились. Тимбилдинг, не хочешь сейчас? Рано. Нет, я хочу сейчас тимбилдинг. Я настаиваю. Тимбилдинг. 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 Да, братан, тимбилдинг. Хочешь или не хочешь, давай. Тимбилдинг. Все. Тимбилдинг, он нас реально сплочал. Мы хоть чуть-чуть как-то успокаивались, друг друга обнимали и поддерживали. Команда наших героев благодаря единению и поддержке чувствует себя увереннее. А чтобы чувствовать себя максимально уверенно на шопинге, используйте карту «Халва». Ее мощный кэшбэк до 10% и невесомая рассрочка на 18 месяцев. Прекрасное сочетание для любых покупок. Сканируйте QR-код и оформляйте свою халву. Так, кто-то один должен пойти туда. Почему один? Ну, потом... все.
А зачем? И мы верим, парни, в тебя, только Эльдар. Все, только мы все. Верим только тебя. Все, пошли только все вместе. Блин, опять да, перчатки, первый. Перчатки наденем заново. Л первый. Л. Кордонка. Я не верю, что мы возвращаемся туда, чуваки. Я просто не верю, что мы туда возвращаемся. Я не верю. Я вас здесь жду, пацаны. Сейчас точно я никуда не пойду. Все, ну, я уже там был. Идите сами. Еще сыпятся, что ли? Ну, жуки, ну. Да куда? Откуда? Вот здесь антисанитария полнейшая. Мы уже проходим тараканов, как по Невскому, как по Арбату. Нам просто пофиг. За нотами и за бумажкой. Господи, какой газ хороший, как он надолго их срубил. Думаю, счастье какое. Вот, вот, в инструкцию, парни, вот. Давай. Вот. Дай-ка еще раз почитаем. Смотри, слуховые цепи странным образом реагируют на разного рода звуки. Там должно быть. Нам нужно этого чувака будет только под мелодию тихонечко вести на вывод, правильно? На выход. Как мы его поведем? Ну, действительно, уменьшается звук клавиш. Чуваки, надо заменить картридж. То при игре следующей мелодии надо заменить агрессия... картридж. Да подожди, зачем? Нет, прямо сейчас, Леш, нужно это сделать немедленно. Зачем? Ты прав. Он печатает прав. Что-то. Да, да, точно. Хочется сказать... Друг мой, планка. На телевидении ведь все еще нельзя материться, да? Все еще. Сейчас по той сцене, подождите. Ну что, идея класс. Что-то у нас еще. Что он нам даст, если мы уже достали главную бумажку? А где этот был источник? Да, вот здесь. Следующая мелодия, значит, этот да, наш. Да, надо заменить картридж. Он нам распечатает мелодию, которую мы будем играть картридж. Этому чуваку, и он... Да. Я так и думаю, откуда мы достали эту бумагу? Там было сменить картридж. Я подумал, может, там что-то недопечатано? Давайте поменяем картридж. А ты скажи, у тебя был опыт с принтером? Вот я хочу заменить эту штуку на эту. А может быть, Мага знает? Пацаны, у вас был опыт с принтером? Да Мага умеет, он же программист. Мага, заходи. Эй! Пацаны! Жюльен! Я реально начал переживать. Я кричу им, Жюльен! Тишина. Может быть, их тоже усыпили? Ну, там же газ был. Может, они надышались? Вы живы там? Там Мага кричит. Слышите, Магу сожрали. Парни, чего, офисную бумагу воруете? О, да, все. Ну, красавчики, тихо. Не, не зашло. Что, а мне что-то не суется. Значит, нажать. Стоп, аккуратненько. Пацаны, а вы меня слышите? Пацаны! Жюльен! Ну да, что, да, я испугался, что я... Не железный я. Жюльен! О, пошла. В итоге вставили картридж и идет печать. Идет печать, стоп. Тихо, тихо! О! Это что такое? Это мелодия. Да. Леша. Вот это мелодия. Леша, красавчик. Спасибо. Просто красавчик. Пацаны, как вы думаете, Мага в итоге к нам придет? Парни! Мне страшно уже потихоньку становится! Мне, короче, стало страшнее находиться здесь одному, чем там среди зомби с ними. Ребята,
Я просто побежал. Погибать так с пацанами. Мне кажется, я бежал как герой. Не боялся ничего, мне кажется. Да какой кажется, блин? Я точно ничего не боялся. А мы для тебя гимн играем, давай. Что вы здесь делаете? Картридж ремонтировали. Возьми его туда, там разберемся. Все, класс. Ну, неплохо было, да. На мне нет тараканов. Давай ты дуешь, я нажимаю. Давай. Это что, кузнечик? Я знаю песню «Кузнечик». Можно я сыграю? Правда? Мне опять пришлось брать все в свои руки. Фа-до, фа-до. Давай, говори. Фа-до, фа-до, фа-ми, ми, до, ми, до, ми, фа-фа-фа, до, фа-до, фа-ми. Как хорошо, что ты пришел. Если бы Мага не пришел, то мелодию бы нормально и не сыграли. Потому что Мага играл прикольно мелодию, а Володя играл хреново мелодию. Музыкант из Маги лучше. Пойдемте. Я Жульен, знаю, как погнали. Вести себя с зомби. Парни, я знаю, как вести себя с зомби. Все, под друзья. Друзья, дико простите нас. Нам уже зомбаки, мы тоже просто их чуть не пинаем ногой. Мы просто уходим, как батьки. Да хорош! Мы идем на кухню. У Маги мелодика. Ноты. До, ми, до, ми, фа, фа, фа. Ой, смотри, нравится. Смотри, нравится. Давай просто проверим вот так. Подожди, стоп. Все, можно. Профессор в ступоре, он не двигается, потому что на него, как и написано в этих экспериментах и исследованиях, работает мелодия. Я единственное, о чем думал, Мага, не прекращай играть мелодично, не прекращай. Я думаю, если ты сорвешься, все, меня разорвут на части и нас всех. Игра. Мы как будто бы батю с юбилея ведем. Давайте, подстраховываем. Мы спускаемся вместе с ним по винтовой лестнице. Мага, играй. Страшно рядом с ним, чуваки. Вот они, супергерои. Супер-пупер-герои. Играй, Мага. Давай, пацаны, тихо, идем. Все, давай, прижимай палец. Мой, давай, сделаем. На свободе. Это была мощная штука, честно говорю. Мне очень, блин, из удовольствия эта игра. Игра прям... Так, ребята, тимбилдинг. Лучшая команда по спасению мира. Тимбилдинг! Круто, как будто мы в американском фильме. Будущее е. Опа, чуваки, там что-то есть. Это чё?
Либо какие-то мутанты, либо, может, над нами эксперимент поставят. Мы часть какого-то замысла чего-то. Стрелять не будет, я надеюсь. Что такое? Эл, ты как? Кто-то пожирает его. Помогите!